Нет шансов. О, это не близко ли, парень? Тебе это самое. Зачем я свой? Как тебе? Нормально? Не жирно ли тебе так близко ко мне подходить? Давай. Благо, у меня стазис есть в оружии. Ой, бежит, бежит, слышу сзади что-то там. Ну вот, а так-то игра, в принципе, да, неплоха. Но вот этот вот динамик увеличенная, да, то есть, когда ты, когда сначала в космосе там мы играли, было вот это воспоминание вот эти вот по второй части, по первой, да, как там вот эта тишина была, тишина помещений, то сейчас, видите, более такие открытые пространства были. Как-никак. Так, что тут взять-то? Давай клешню возьмем. Ты чё? Блин. Ну? Давай. Ну-ка давай, бам! О, охренеть! Не, ну это вообще бред. Ну давай, вдох, нет. Да, я мимо него пробежал. А, тут смотрите, тут этот... Надо их убивать лучше, потому что, смотрите. Да что это? Потому что, видите, здесь склизкие, склизкие места, где нельзя быстро бегать. Так, это дохлый, а тут кто-то пердит рядом со мной. Понял, где он. Где-то рядом, я слышу. А, вот он. Но тут лучше... да, убивать, потому что на обратном пути, если будем бежать, нам лишние проблемы не нужны. Бурильная группа продолжает попадать в древние липкие сети. У меня нет ни тени. Сомнение, что при помощи этих устройств наверху создается конфигурация этой инопланетной машины. Я проанализировал чертеж инопланеты при правильной сборке. Речь может идти... Ну да. Опять про эту речь нам говорят. Впаривают тут. Так, лифт. Ой, блин, он долго... Так, это ты сказал, да? Тебя не надо больше включать. Да. Кто не успел, еще почитает. Так, все. Ну все. Сейчас поднимаемся наверх. Значит, давай, я разношу их всех. Ну ты точнее. Так, ну что тут у нас? Какие-то опять конструкции непонятные. Сохранение. Что бы это значило? И ничего это не значит. Хотя, как подумать. Все, гель. Так, опять это склизкая хрень. Блин, опять сейчас что-то надо... Во-первых, сейчас, наверное, попрут некроморфы. Посмотрите, какие тут пространства большие. А, опять логика нужна, да? Ну, здорово, здорово. Хорошо. Так вот, смысл ее немного непонятен. Ну, в смысле, там что-то мигает. В смысле, почему они взаимодействуют, по какой причине? Так, а нам? Ну, давайте звук. А, все, мы на месте, да? Да, я даже знаю, куда нам надо. Да, я там говорил. Ёп. Ну, он не стреляет. Я же говорил, она что-то нам мешать будет. Обалденный, обалденный кинезис, стазис. А может мы оторвать сможем эту хрень кинезисом? Так, подожди, сейчас я посмотрю. Тут. Там что-то есть, если мне не кажется. Артефакт, видимо, какой-то.
планетный артефакт. Что тут написано? Что маловероятно, чтобы столь высоко развитая раса продолжала оставаться на одной планете. Короче, эта штука нам будет мешать, я понял. Надо быстрее действовать, пока у нас патроны не кончились. Так, давайте. Блин. Я же говорил, нам будут мешать. А, подожди, что же я делаю? Мы же вот что можем. Я и забыл. Ну-ка, иди сюда. О, блях, ты муха. Вопрос на только в том, как мы быстро будем реагировать. Ну давай уже, скоро вы там. Блин, а? И скоро они там. О, все что ли? Я что-то настроил, нет? Ни хрена. Я просто даже не знаю, что делать надо. Так, ну давайте крутить. Ёпти. Сколько можно уже? Этой темой поосторожнее надо. Все, надеюсь, уроды. Так, что, это работает, та работает. Так, ресурсы собираем. Теперь вот это надо двинуть. Давай. Ну, это точно я должен заработать теперь, нет? Да, все. Там будет свет. Looks like it opened another activation terminal. We're getting closer to fixing this machine, Carver. Да, но меня вот не радует то, что тут твари всякие. Так, куда нам, в лифт что ли назад? Ну ладно, так уж и быть. А что там внизу? Что это за тварь была так что с клешнями своими? Так, здоровье нам не требуется. И самое главное, улетели некроморфы с моими трофеями. Так. Сюда вот надо бежать нам. Да ведь? Да, правильно все. Подожди, нет, там, по-моему, даже не в лифт нам надо, нам вот эту штуку включить. Поставить туда, наверное. Да, нашу эту хрень. А мы ее забираем назад, нет? Просто мы уже один раз вставляли вроде бы. You're tampering with things you know nothing about. Right back at you, jackass. Oh yeah. А ты будто понимаешь. Ну все, теперь вниз. Наверх-то нам нельзя. Стоп. А чё, боты красным горят? Ну, мол, закончится сейчас, нет? Так. Давайте кислотой хреначить будем. Первый стазис, второй кислота. Синий, зеленый. Так, ладно. Ой, блин, чувствую на обратном пути. Знаете, это башка чья-то. Некроморфы, вы где? Well, you've successfully turned the city into a giant pretzel. Now what? Mr. Serrano's right. I should be able to return to the first activation point to enter the final setting. Sure. What happens then? Hey, I work on spaceships, not you? Alien machines, right? Какой первый? Это куда? Вообще в самый зад, что ли? Да. Ну ладно, сейчас опять полетаем. И что там нас ждет? Сейчас наверняка вообще жесткость какая-то будет.
Давай. Так, ну чё, опять эти... А, надо целиться даже. Не надо, а можно. Ой, блин. Может, не обязательно? Это вообще язык в любом случае будет перезаряжаться. Вообще в каком-то... Ой-ой-ой-ой-ой! Каком бы то ни было. Хоть летит, хоть бежит, хоть падает. Я думаю, там наш друган стоит. Я же говорю, назад надо будет возвращаться. А, подожди, может так можно? Да. Ну, мы же раз прочитали. Вот указатели. Там что-то мигает еще. Артефакт. Кто его... Доставил. Так, здесь написано опять личный дневник. Происходящее вокруг лишнее тому подтверждение. Как я мог не заметить этого раньше? Куда не посмотришь, всюду красные обелиски, воспроизведенные по образу и подобию обелисков из нашего прошлого. Сигнал обелисков не просто поднимает мертвых, он заставляет нас множить обелиски. Теперь мы, как стадо баранов, бездумно распространяем этот вирус по космосу. Так. Ну что? Я надеюсь, я назад дойду без стрельбы. Без некроморфов. Я же их всех тут перерубил уже. Но мне кажется, эта тишина еще страшнее, чем шум. Так, ладно. Нахрен я этот круг навернул. Ну, ладно. Не, ну... А, стоп. Да, я помню, да, мы здесь были. This isn't the way, Isaac. There is a future for you, for all of us. Leave me alone, Danik. You can see them again, Isaac. Everyone you've lost along the way. It's a future with no regrets. I have no regrets, Danik. One way or another, this will all be over soon. Isaac! Вот так вот, Айзек, надо со своими идти. Так, подожди, мне сейчас к станку надо сходить. А он не рабочий? А, рабочий. Мне надо загрузить ботов. И там цепи модернизации. Цепи. Бот только что заехал, видели? Так. Вот эту. Так, бот. Нормально. Новая. Вот опять что-то новенькое. Так, что тут может быть новенькое? Тут что-то новенькое. Тут что-то новенькое. Два урона, два темпа стрельбы. Красавцы. Так, и с сейфом надо... Ух ты, ёкарный. Так, ну чё, с сейфом нормально. Порядок. Одну перенесем. И аптечку. И, пожалуй, вот так вот патронами закупимся. Нормально? Еще одну надо обойму. Да, вот теперь вроде нормально. Так, ну чё у нас там по патронам? Заживем, чё? Я надеюсь, конечно. Гель, как я его пропустил. Я уверен, я много чего пропустил за всю игру. Я даже знаю, где, даже в космосе, там еще мы были, я тоже там пропускал некоторые вещи. Ну, радует, что такие игры вот длинные достаточно. Так, ну что, опять сохранение, что бы это значило? А, я думал, не получится, надо опять что-то мудрить. Ну что, куда нам надо? О. Что, замеса не будет? Ёкарный! Охренеть, он меня напугал. Честно, я вообще обделался. Ну что, на него не действует, что ли? А-а-а, какая задержка, блин. Жёсткая. Давай, в сторону отходи. Давай, задержка жёсткая. Да ёпки. А что, на них не действует, что ли?
этого штука нет. Хрен знает. Одно я знаю точно, отвалить. Здесь такая возможность. Куда валить-то? Да что? Давай быстрей! Еще обосрусь тут. Фу, блин, хорошо, они двери не умеют открывать. Я не понял, что кинезис может быть долбить надо. Они вообще такие обгорелые какие-то, я их бью, они продолжают фигачить. Еще эти мелкие мешают, самое главное, вот в чем проблема. Так, что-то там летит. Куда-то там, или что-то там, или что-то просто мерцает, наверное, мерцает. Да, видите, новых не появляется препятствия, потому что мы здесь уже летали. Слушайте, только заразы все берутся. Так, ну это я знаю. Быстрее в лифт, Айзек! Ой, блин, лифт еще вызывает. Нет, он тут, давай, давай. Да тебе мало, тебя вот так он там полно всех. Давай, давай открывай и езжай. Смотри, смотри, он туда заходит вообще. Сволочь какая. Так, что у нас по аптечкам? Нормально, что. Большой никак не истратим. Так, ну что у нас? Куда нам? Сейчас будем, наверное, вторую вот. Сейчас вторую сделаем, обратно поедем. Туда, потом... Потом только снова обратно. Я хоть... Да, я туда. Ну, теперь вот эту надо, да? Типа, закрыт... А, подожди. Вот, мигает, наверное, вот это. Нет, вниз, 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 давай. Или... Подожди, нет, не вниз, вверх как раз таки. Давай. Давай, давай, давай. Так, вверх. Главное, чтобы вот из этой штуки никто не вылез, который сзади меня. Ой, чувствую, сейчас кто-нибудь туда. Ну ладно. Так, что там дальше? Подожди, а все правильно, нет? Еще. Так, да, вроде. Ну, примерно похоже. Давай. Раз. Е, все заработало.